Донеччина отметила День независимости Украины. В Мариуполе к памятнику Шевченко пришли более 200 человек. Военнослужащим вручили грамоты, а родившимся 24 августа – паспорта. К подножию памятника возложили цветы. А в Славянске День независимости вышел скандальным. После шествия по центральным улицам города возле памятника Шевченко состоялся митинг. Во время выступления городского головы Вадима Ляха некоторые активисты повернулись к нему спиной. Запрошується Слов'янський міський голова Вадим Михайлович Лях. Шановні слов'янці, прийміть найщиріші вітання з найголовним державним святом Днем Незалежності України. Ми по праву пишаємося нашою країною, її славною історією, сучасними досягненнями. Віримо в її велике майбутнє. Нехай ці досягнення стануть цеглинками в будівництві міцної держави, яку зможуть пишатися наші діти. Шановна громада, дозвольте слово. Дозволяєте? Наскільки я пам'ятаю латиною «розділяти», «розділятися» – «сепаро». Не будемо сепаратистами. Будьмо єдині. Августа утром в центре Донецка зазвучал национальный гимн Украины. Музыку слышали на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта из динамиков. По реакции прохожих видно, что музыка звучала громко, и они оборачивались в сторону источника звука. Наши журналисты выясняли, празднуют ли День независимости в Авдеевке. А вы знаете, какой праздник сегодня? Конечно. А какой? Незалежность Украины. Скажите, а вот для вас это праздник? Ну, а как же, конечно, праздник. А для Авдеевки это какой-то особый праздник? Здесь же линия фронта. Какой же нам праздник, когда сутками стреляют, спать не дают нам? Ну, не знаю. Хотелось, чтобы скорее все это остановилось. Чтобы не стреляли, не бахали сутками. И причем оружие такое, что дома дрожат все. Я не знаю, мы как-то до войны все это формально праздновали вообще, этот праздник. Так не особо, но сейчас немножко патриотизм. День независимости Украины. А как вы к нему относитесь? Нормально. А вы празднуете сегодня? Вот пойду там открутить. У нас праздник тогда, когда все хорошо и войны нет, это хорошо. Но вообще-то праздник. Вообще-то праздник. 2 года без пенсий. Вот так живут люди в прифронтовом Майорске. Поселок расположен неподалеку от оккупированной вооруженными сепаратистами Горловки. В домах нет целых стекол. По квартирам летают и осколки, и пули. Люди выживают как могут. Ось гляньте, пенсии нема. Що, як можна жити без пенсії? От якщо б не от ця гуманітарка, ми б голодні були взагалі. Майорськ до сих пор адміністративно відноситься к Нікітовському району окупованої Горловки, хоча контролюють поселок українські воєнні. Депутати Бахмутського району согласились присоединить Майорськ к своїй території. Но загвоздка оказалась в Верховній Раді. Ми очікували, що 15 июля состоїться сесія Верховної Ради і однозначно, документ наш буде прийнятий. Но то, що случилось, то получилось. Трибуну заблокували. Дзвонили ми на гарячу лінію Верховної Ради, коли состоїться сесія. Ну, нас орієнтували на початок сентября. А поки Верховна Рада на канікулах і поки Майорськ відноситься до Горловки, пенсії людям платити не будуть. Возобновление пенсионных выплат в населенном пункте Майорск возможно, во-первых, при возврате контролируемости в этом населенном пункте органами украинской власти, либо если этот населенный пункт будет передан в состав территории, которая на сегодняшний день является контролируемой. Впереди зима, и в Майорске уже сейчас думают, как согреться. Ведь в поселке нет газа, есть проблемы с углем и нет пенсий.